Теперь о ситуации с гриппом и ОРВИ. По-прежнему больше всего заболевших в Приволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Карантин сняли в Калмыкии и Липецке. Эпидемический порог превышен в Калужской области, Пермском крае, Татарстане, Ханты-Мансийске, Челябинской области, Якутии. Однако регионов, где болеет ОРВИ, стало меньше на четверть. Не увеличилось число школ, где из-за гриппа продлили каникулы. Таких учебных заведений 900. Местные власти ежедневно проверяют ситуацию с посещаемостью в школах и садиках. В некоторых регионах занятия проводят дистанционно. Учителя задают и проверяют уроки через интернет. Дополнительные меры профилактики действуют в поликлиниках. Также врачи обращают внимание на то, что вакцинация накануне сезона гриппа доказала свою эффективность. Среди тех, кто сделал прививку, почти нет заболевших.